Всем приветики. Добрейшего утречка всем. Хотя я не знаю, какое утречко. Уже время... А мне? Тебе тоже. Время уже 12 час. Да, сегодня что-то я прям никак не могу проснуться. Прям хочется спать и спать, спать и спать. Я так иногда слышу там какие-то эти... Оповещение пришло. Я зайду, посмотрю. Потом дальше засыпаю. А вдруг вы тут пишете это? Не, не знаю. Когда будет новый? Ладно, пора вставать. О, кстати, наконец-то у меня сейчас вот оповещение пришло, что я заказывала краску, наверное, 1.5 или 2 недели назад. 14 декабря, короче, бог знает когда. Она шла просто капец. Очень долго, очень. Я уже думала все. А, я же решила по-другому. Я решила в этот раз... А сейчас надо посмотреть вообще, сколько там краски осталось. Я решила в этот раз я 8-кой корни прокрашу. Только корни, все. 8-кой будет потемнее. Корни будут потемнее, чтобы не обесцвечиваться. Ну, чтобы лишний раз волосы не портить. Так, хочу все-таки посмотреть. Вот. У меня есть матрикс. Что-то мне кажется, как-то ее тут мало. А нет, нормально. Половина есть. Вот сегодня, наверное, надо покраситься 6-кой. Так, вот надо платье тогда сразу вот это одеть, которое для покраски. Доброе утро, малыш. Так, это надо вам показать. Я сейчас встала на весы. И офигела, у меня походу вес шоль тронулся. Смотрите, что там. 106,6. Господи, хоть бы у меня вес тронулся, а, пожалуйста. Так, значит, сегодня надо что-то там это, поменьше кушать. Если тронулся, надо хоть чуть-чуть сбавить еще к Новому году. Главное что? Главное, когда решил покраситься, одеть... красительное платье. Я в этом платье сейчас крашусь. Не знаю, видно пятна, нет? С какого ключа? Да, но все в пятнах. А на камере, кстати, так и не видно, да? То ли я телефон темно сделала. Вчера, блин, взяла и нечаянно постирала шапку вместе с помпончиком меховым. Не знаю, мне кажется, помпону попа пришла. Так. Надо убрать то, которое я взяла сразу в шкаф обратно. Вчера нечаянно взяла и постирала свою шапку белую со всеми вещами. Блин, это вообще. Еще и с помпона. Теперь он вообще какой-то. Сейчас надо его расчесать. О, боже. Взяла сейчас пропылесошу. Катушки, катушки надо пропылесосить. Угу. Насадку надо снять. Вообще, я всегда вручную стирала. А вчера, не знаю, вообще просто машинально закинула такая. Блин, да зашибись. Ладно, надо хоть катушки убрать. Готово. Видали, сколько? Сколько катушек. Обалдеть. Зато какая она теперь. Всего чистенькая, беленькая. Вот только с помпоном не знаю, что теперь делать. Но сейчас расчешу его. Блин, сейчас готовила, прикиньте. Начала пробовать. Бульон посолила я или нет, детям пельмени делала. И обожгла губу. Ну что за нахрен, а? Ну сейчас у меня еще ничего не видно. У меня так болит. Я кофе налила, а сама даже пить не могу, больно. Просто проблема вся в том, что завтра опять будет... Но у меня еще это не зажило. Ёшкин кот, это вообще, что происходит? Блин. Аж прямо обломно. Больно. После да. Илюша, между прочим, почти отличником был, да, Илюш? 4-5 средний балл. Да, мы когда приехали в колледж, они даже офигели. Если бы мы знали, что это за колледж, да? Поэтому они охренели, думают, господи, ты такой умный, что ты здесь делаешь, да, в этой шараге, блин? Да. Жесть. Некуда идти. Илюха плов себе подогревает. Два раза случайно без перемешки подогрел. Я поставил на минуту, потом такой думаю, надо перемешать. И он чуть слипся там. Забыл, короче, надо перемешать.
И снова поставил подогреваем. А что, теперь снова ставим? Нет, просто перемешай. Ну, я не знаю, попробуй. Там что-то пар такой идет. Попробуй. Слышь, у меня тоже попадает губа болезнь. Почему? Ну, тоже жгут, чем... Губа болит. Все, у меня начала кожа сползать с губы. Ёшкин кот будет как болеть. Давай я поцелую тебя. Не надо, спасибо. Пройдет 100%. Думаешь? Чё, я знаю, короче, когда болит губа, надо в жопу целовать. В твою, наверное. Мою, да. Тогда сразу маму губа проходит. Губа у меня болит, а целовать надо Илюху. Да, тогда сразу губа маму. В нашей семье я девочка, не ты. Не ходи за мной. Понимаешь, мне... Он ходит за мной, знаете, для чего? В последнее время очень много мучают, и мне нужна какая-то разрядка хотя бы. А при чем здесь я? Я сейчас пойду вот что. К вечеру вспомнила только. Можно было бы обойтись без тебя. Подожди, сколько времени? 7 часов. Пойду сейчас красить голову. Просят, чтобы я его покрасила. Нет, не сегодня. Нет, сегодня я, тогда завтра. Завтра, когда я на Нила схожу, я приду и... Ладно, давай, пофиг. Нет, или лучше утром покрашу сначала, потому что после нее я уже ничего не захочу. Кройся. У меня взрыв на макаронной фабрике. Смотрите. Видите, какие у меня сейчас будут корни? Темные. Ну да, я решила немного изменить. Так. Видно? Еще решила брови сразу подкрасить. Сразу убить всех зайцев. Всех сразу. Господи, после белого вот этот кажется такой темный, капец, да? Вообще. Завтра Илюху буду красить. Все, смылась я. Таких темных волос у меня давно не было. Ничего страшного, разнообразие будет. В следующий раз, когда я буду красить корни, все равно придется обесцвечиваться. И обратно будет блонд. Так, челка высохла. Видите? Волосы темнее. Да, они сейчас еще смоются, что к нам покрасилась. Блин, губа опухла. Завтра будет... Блин, не могу. Еще здесь. Ну, это вообще по полной программе. Зашибись, да? У меня сейчас будет... Начнется 5-й урок. Ну, курса, который я прохожу. Мне очень нравится заниматься. Классно.